Берем бальзам, немножко бальзама. Это имбирный бальзам. Он снимает воспаление, и также он предотвращает ожог, если будет мешочек слишком горячий. И массажное масло. Это массажное масло на основе куркумы и масла бергамота. Это очень горячо, поэтому лучше использовать полотенце. Прям горячий-горячий. Сразу два. Второй подготовится. Пока мешочек очень горячий, мы делаем так. Быстро, чтобы он дозировался. То есть вот пробуем у тебя на коже. И прогреваем. Давай начнем сначала с правой стороны, потом левую будем делать. Да, многие так и не любят делать массаж, потому что горячо. Но это один из самых эффективных массажей. Терпимо? Очень приятно. В некоторых салонах они делают или оборачивают мешочек полотенцем, да, получается более, менее выраженный эффект, или просто кладут на клиента полотенце и прогревают через полотенце. Там тоже эффекта очень мало. Тут, конечно, есть, но минимальный. То есть, если вы пойдете в обычный салон, там вам просто вот так по всему телу продуется мешочком, и все. А если вы пойдете к человеку, который умеет обращаться с горячими тройными мешочками, вы получите то, что я сейчас покажу. То есть, он уже остыл, уже 105 секунд. Например, вот здесь в руке мне еще очень горячо, а вот эта часть, она уже подостыла. И поэтому надо, прежде чем как дольше задерживаться на теле, надо проверять своей рукой тепло мешочка, чтобы понять, насколько он горячий, чтобы не обжечь клиента. И уже когда он менее горячий, можно совмещать массаж с горячим мешочком. Его уже можно дольше задерживать. То есть здесь уже идет более глубокое прогревание, более глубокое воздействие тепла. Терпимо? Да, очень приятно. Тоже мне задавали вопрос, а нельзя ли сходить в сауну? Сауну же можно разогреть, и все. И там как бы тоже, если мышцы застывшие, то сауна, она хорошо помогает разогреть. На самом деле, если сделать массаж в травяной сауне, вот этот будет примерно похожий эффект. То есть именно, чтобы сауна была с травами, чтобы распариться именно в травяном пару, а потом еще в процессе сделать массаж, вот этот будет что-то похожее по эффекту. Уже можно делать более сильно, нажимать, использовать все грани мешочка.
воспоминания про баню сразу. Пахнет баня, да? Угу. Запах трав. Вот здесь мне нравится, как хрустит. После цикла прогревания цикл массажа руками. Здесь уже все становится мягче и можно добраться до более глубоких мышц. Верхние блоки уходят. Я бы дала тебе потрогать. Здесь вот реально оно прям стало мягкое. Было все твердое, сейчас вот мягенькое. То есть с помощью тайского массажа надо вот сеансов 5 сделать, чтобы оно сверхмягчилось. Ты знаешь своего мужа на ощупь. Чувствуешь? Очень мягкий муж. Да. Я хорошо чувствую. Пахнет вкусно, мне нравится. Сними выражение лица. Я тоже люблю этот массаж, когда мне его делают. А мешочек очень горячий. Потрогай. Ну да. Он уже немножко подостыл, потому что там, где у меня рука, я его кидом держу. Потому что реально очень горячо. Ну просто здесь надо как раз контролировать силу нажатия и время держания на коже, чтобы не было клиенту очень горячо. Потому что очень горячо быть не должно. Что мне знакомые некоторые жалуются, что они пошли на массаж горячим мешочком, их там обожгли. Потом лечили ожоги. То есть такое тоже может быть. Это надо проверять. Насколько ты можешь, столько можешь клиент. Причем желательно проверять на самой чувствительной части кожи. Вот здесь. Мне очень нравится, когда меня уши греет. Классно, классно. Приятненько. Угу. Не знаю почему, но то есть на ушах очень много биологически активных точек. Их очень полезно мять и прогревать. Такой теплый плюшевый медвежонок наступает тебе на ухо. Изменилось? Да, конечно. Больше как свобода движений появилась. Нормально. Так, руки наоборот вниз. Ну вот. Да. Ну вот, да. То есть здесь схема примерно та же. Сначала массажным маслом, желательно, чтобы это было натуральное масло с лечебными кореньями и травами, какие-нибудь настойчики травяные. Можно, конечно, каким-нибудь минеральным маслом, но эффект будет не тот. Здесь вот усиление эффекта за счет того, что масло тоже содержит полезные компоненты. То здесь тоже идет разминание вот этих мышц. Сейчас быстренько покажем. Это вручную. В сторону немножко руку. Угу. То есть вот размять руками вот это вот место. Возле, вокруг плечевого сустава. Здесь тоже много бывает, особенно если человек занимается спортом, много отжимается, ходит на рукопашку. А потом после этого с разогретым телом в кондиционер или в холодный бассейн. Здесь могут заставать мышцы, сухожилия. Это все ограничивает движение подвижного сустава. Но это все убирается массажем. Thank you.
тело мягкое. То, что вот оно цеплялось, оно перестало цепляться. Второе плечо точно так же. Я думаю, что на этом можно закончить. Запись видео.